знаешь, что я в 17 лет на фронт пошла? Знаешь, что я из окружения выходила? Да я такое испытала, что тебе самых твоих страшных снах не снилось. Нет, не надо, Таня. Это поцелуй сотрет война. Я его забуду. А я хочу ждать. Она верная тебе, это правда. Но не любит. Его любит. Слушай, а как ты думаешь, двоих можно любить? Раньше точно знал, что нельзя. Олег Дмитриевич Карпухин. Муж этой женщины. Черкасов Иван Петрович. Муж этой женщины. Раиса была на оккупированной территории вместе с тонкой пулеметчицей. Ты понимаешь, что ты хочешь? Чтобы я об этом героическом прошлом рассказал детям? А ты ее в лицо видел? Это что? Кто ее увидит, во враг пойдет. Скажите, когда я смогу архив посмотреть? Так ведь нет ничего. Лучший сыщик Советского Союза. И он страшно ненавидит вашу семью и мстит. «Палач». Премьера многосерийного фильма. Скоро.